Традиционно украшенный к Новому году трамвай вышел на маршрут. Такой подарок жителям Владивостока сделал коллектив акционерного общества «Электрический транспорт» и администрации города Владивостока. Трамвай будет вечером особенно красиво выглядеть, как новогодняя елка. Внутри, кстати, настоящая елка, вот тоже подсвеченная. Очень красивый трамвай. Будет играть музыка тематическая, новогодняя. Конечно, Дед Мороз, да, будет создавать новогоднее настроение пассажирам. По словам Павла Калинина, Снегурочка у них особенная. Специально к новогоднему маршруту ее обучили управлять трамваем. Мы делаем для жителей города, ну, такой как бы маленький подарок, чтобы поднять настроение, ну, я не знаю, повеселить детей. Яркий транспорт стал приятным сюрпризом не только для детей, но и для взрослых. Ведь каждый житель города хочет попасть в новогоднюю сказку и ощутить праздник даже во время поездки на работу. Ну, красиво, очень красиво. Что еще сказать? Тебе нравится трамвай? Красиво, да, украшенный? Да, мы в восторге. Пока Снегурочка управляла украшенным вагоном, на протяжении всего маршрута от Сахалинской до Баляева пассажиров встречал Дед Мороз с подарками. Здравствуйте, дорогие мои, здравствуйте. Вот зашел сегодня к вам на мероприятие с подарочками, с новогодним настроением, с задором, с морозом, как это положено. Сверкающий трамвай будет радовать жителей города в течение всех новогодних каникул. Всех желающих прочувствовать праздничную атмосферу приглашают в нарядный вагон. Артем Белов, Елизавета Драгомирова, Денис Фадеев. Новости на восьмом.